Сегодня мы маленькой, но дружной и сплоченной компанией идем в Изюмский дендропарк. Но, как вы поняли, состав нашей команды компании неизменный. Это я, дочка и наша овчарка Дашка. Сейчас мы вышли из дома, идем частным сектором по своей улице, свернем влево, пройдем еще частным сектором и окажемся на горе. Гора наша называется Кремянец. Это наивысшая точка Харьковской области. И вот на этой горе находится дендропарк. Вот мы уже дошли до указателя. Написано «Дендропарк Кремянец» по названию горы. И читаем, что он был основан аж в 1964 году, то есть 57 лет назад. И расположен на территории 8 гектаров, большая территория. Надо сказать, что мы в том году были уже в этом дендропарке, но были поздней весной. Все деревья уже стояли зелеными, цвели кустарники и белым цветом, и желтые цветы были на кустарниках. Мы прошлись по красивой каштановой аллее, как в песне у Антонова. Потом чудом вышли на аллею из пихт, тоже была очень красивая аллея. Но сегодня зашли с другой стороны, вот от этого указателя. Но надо сказать, что дендропарк находится на сегодняшний день в запущенном состоянии, к сожалению. Здесь много и старых деревьев, и засохших деревьев, и поваленных деревьев, кустарники заросшие. Но мы пришли посмотреть на красоту, поэтому будем замечать только хорошее. Вот нашли островок с пихтами. Вот видно, что они высажены в ряд. Аккуратненько, стройненько. Приятно посмотреть. Здесь очень много и дорог, и дорожек, и тропинок. Вот эта дорога, по которой можно и на машине проехать. Вот просто идем, куда глаза глядят, если так можно сказать. Прошли мы мимо березок. Вот их тут всего несколько штучек. Я уже говорила в своих видео, что береза – это не часто встречающееся дерево в Изюме. А вот здесь мы их встретили. Тоже высокие, стройные. Вышли на красивую поляну с пролесками. Вообще, интересно смотреть. Под ногами у тебя прошлогодняя засохшая листва. И вот пробивается зелень такая, первая, красивая, и цветы, пролески. Они тоже разного цвета, и голубые, и темно-синие, и фиолетовые. Попалась нам на глаза сегодня вот такая аллея. Видите, деревья высажены тоже строго в ряд. Очень длинные такие аллеи. Но поскольку деревья без листьев, ну, а по стволу, по коре, я не могу сказать, что это за деревья. Но смотрится тоже очень красиво, так величественно. Вообще можно представить, какая красота была в тот момент, когда дендропарк закладывался, когда он развивался. Но что меня поразило и в этот раз, и в прошлый, когда мы ходили в том году, что везде чистота. Вот прям, вы знаете, бросается в глаза и радует глаз. Встретили мы белку. Смотрим, Дашка что-то забеспокоилась, хвостом завиляла. Но сразу догадались, что она кого-то учуяла. Это на этот раз была белка. Сейчас объясню, почему на этот раз. Но она ее загнала так высоко, что мы ее глазами увидели, но сфотографировать и на видео заснять, конечно, не смогли. Она очень высоко там на дерево забралась. Потом мы встретили фиолетовую полянку. Тоже первые лесные цветы. Тоже невысокие, сантиметров 10-15. Но цвет вот у них такой оригинальный, красивый. Когда эти цветы поляной, вот это пятно фиолетовое, очень красиво смотрится. А мне, кстати, этот цветок по внешнему виду очень напомнил садовый цветок львиный зев. Ну, не один в один, но вот что-то есть. Здесь тоже много оттенков и фиолетового, и синего. Были даже розового цвета такие цветы. Очень красиво смотрится.
Просто что я говорю поляна, потому что вот здесь зеленая поляна, идешь, вот зеленая поляна, фиолетовая, голубая, а есть что просто листья под ногами. А вот еще и желтую поляну встретили, с желтыми цветами. Мне, кстати, этот цветок по форме очень напомнил кувшинку. Вот у нас на Северском Донце есть белые лилии на реке, а есть желтые кувшинки вот такие же. Тоже очень красивый цвет, такой насыщенный, желтый. И вот снова пришли на полянку с пролесками. Вот мы уже вышли из дендропарка. Вот так получилось, что мы вышли из дендропарка. Вот впереди у нас будет наш Выпрецкий хутор, откуда мы и пришли. Потом луг виден, где мы с Дашей гуляем, лес, а за ним Северский Донец. Но мы решили домой не возвращаться, а подняться в гору по уже знакомой нам дороге. Дело в том, что по этой вот дороге, по этой тропе мы несколько лет подряд уже ходим за грибами. Но мы не знали, что ходим уже по территории дендропарка. Ну вот лес и лес. И вообще, я совершенно случайно узнала о этом дендропарке. Как-то лет 5-6 назад, когда у нас на улице проходила встреча с депутатами в кандидаты городского совета, одна из кандидаток сказала, что в ее планах есть такая задача. Она хочет возобновить, реконструировать Изюмский дендропарк. Я тогда послушала, думаю, интересно, у нас еще и дендропарк здесь был. Спросила у соседей, оказалось, что он вообще не только был, он и есть, но он вообще у нас под носом, можно сказать. Мы вот сюда шли, ну 20-25 минут обычным шагом. А вот здесь идем по этой тропе, она осенью изумительно красивая, потому что по обе стороны кустарник, а листья на нем от бледно-розового, темно-розового, бордового, красного, желтого, в общем, листья всех цветов красивых, осенних. И поэтому аллейка смотрится очень красиво, фантастически нарядная она. Мы обязательно здесь осенью побываем. Мы тут и пофотографировались, и с Дашкой погуляли, поиграли. Сегодня мы были одни, нам никто не встретился. Обычно, вот осенью, если ходим за грибами, но мы без Дашки ходим. Здесь коз пасут, козы постоянно перебегают дорогу, перед глазами целые стада коз. Вот шишки, видите, в лесу разные, и такие, и такие. В тот раз нам очень часто попадалась на глаза крымская сосна. А здесь нет, здесь обычные сосны, высокие такие, зеленые, красивые, мощные, шишек здесь очень много. Также кустарники, вот эти же самые красивые. Погода была очень хорошая, было солнечно, ясно, ветерок был, но небольшой. Вот эти сосны такие огромные, величественно так смотрятся. И вот эта тропа, по которой мы поднимаемся, ну, надо сказать, минут 10-15 вот таким обычным шагом. И чувствуется, что вот она прям вот в гору поднимается, в гору. Ну, мы идем не спеша, никуда не торопимся, мы гуляем, получаем удовольствие, наслаждаемся, фотографируемся. Даже вот здесь вот видно, что сосны, ну, старые уже, но вот они в ряд, они стоят в ряд и высажены были, естественно, все в ряд. Очень красиво смотрится. Да, красиво, наверное, было в самом начале зарождения дендропарка. Фотографируем шишки, Дашку фотографируем, сами фотографируемся. Лес без листвы просматривается очень хорошо. А дальше мы встретили полянку из молодых сосенок. Сами высеялись, сами выросли. Вот они такие пушистики,
задорные, веселые и колючие, решили отдохнуть немножко. И вышли мы из дендропарка вот на такую открытую площадку. Но тоже видно, что здесь вот деревья высажены рядами были. Да, если прошло 57 лет, конечно, деревья уже и старые, много деревьев уже спиленных, одни пеньки. Но все равно чувствуется вот прям вот раздолье, мощь, ширь вот этого дендропарка. Здесь еще вот такой глубокий овраг мы увидели, очень глубокий. Ну, Даша там побывала, все проверила, благополучно к нам вернулась. В такие походы мы обязательно с собой берем термос. Термос, бутерброды. В этот раз взяли термос, а бутерброды забыли. Вот, здесь можно посидеть, отдохнуть, попить чай. Да, шутка тоже набегалась, устала. Ой, прям она любит у нас фотографироваться, ну что-то прям... И да, шутку тоже попоили. Обязательно ей берем воду. А ну-ка сколько. Надо сказать, что эта прогулка у нас заняла... часа, наверное, 3-3,5. И Дашку тоже поили. А ну-ка, сколько она тут набегала вместе с нами. Ой, моя, благодарит, благодарит, моя красавица. Вот, снова мы вышли на полянку такую с пролесками. Красивую. Вот чередуются они. Вот есть полянки, есть под ногами просто опавшие листва. Если это в хвойном лесу, иголки. А вот еще интересные кустарники. Вечно зеленый кустарник мы увидели. Местные жители называют его просто поддубник. А я нашла в интернете, этот вечно зеленый кустарник называется магония подуболистная. Очень красивый он, у него листья вот как восковые, блестящие, красивые. И могут быть и зелеными, и светло-зелеными, и ярко-зелеными. По осени и бордовые, и желтые листья. И очень красиво этот кустарник цветет. Мне напоминает чем-то мимозу. Вот такие же пушистые, желтенькие комочки, соцветия такие большие. Эффектно очень смотрится. У нас у многих домов перед домами растут такие кустарники. А по осени плоды чем-то напоминают плоды моего можжевельника. Такие ягоды темно-синего цвета. И вот мы нашли в этот раз целые заросли этого вечно зеленого кустарника. Очень красиво смотрится. Здесь вот он... невысокий этот кустарник, а вот я смотрю перед домами, прям такой и метра высотой достигает. Ну, может быть, это просто молодая поросль, кто его знает. Но поскольку есть еще здесь вечно зеленые кустарники, то хочется надеяться, что дендрарий наш будет жить. Кто его знает? Может, когда-то кто-то им и займется, и он приобретет красивый, приглядный.